Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем кушать курицу гриль. Здесь я приготовила наш шарап, лимончик, брокколи. Короче, все, что я обожаю. Вы, наверное, напишите в комментариях: Айка, ты всегда говоришь, что это я люблю. Минуточку. Я никогда не снимаю мукбанг с теми блюдами, которые я не люблю. Поэтому, может быть, часто у меня повторяются одни и те же блюда. Приготовила здесь влажные салфетки, во-первых, чтобы не шуршать, во-вторых, у меня руки все будут в жирной вот этой вот курочке. Думаю, что всю съесть я не смогу, съем столько, сколько хочу, то есть заставлять себя и специально доедать не буду. Засучили рукава и давайте начнем. Ой-ой-ой, посмотрите, как она легко просто. Легко просто разделывается. Купила я ее в Браво. Я все курицу покупаю там. Она у них очень вкусная. Под прошлым видео мне, если честно, даже немножко неприятно стало. Люди пишут, это что, реклама чудо? Я там говорю про чудо-йогурт, что один из них мне вообще не нравится, там второй тоже не очень. И как вы думаете, если я их хаю, это реклама? Я выложила в свой инстаграм, инстасторис, чек, где написано, что я все сама купила. За кровные денежки. Я вообще ожидала, что никому не понравится это видео. Смотрю, наоборот. Все смотрят. Какая вкусная курица, ребята. Нос чешется, руки просто жирные, не могу почесать носик. Так. Дальше разделываем курицу. Господи, какая она нежная. Я взяла самую маленькую. Сижу вечером. Что случилось, ребята? Я увидела, что дома света нету. Я решила пойти в супермаркет, закупиться, подумала, пока я там буду ходить. Как раз свет дома появится, спустилась, значит, пешком. А я живу на очень-очень высоком этаже в новостройке. Не прям последний этаж, но все равно очень высоко. И хоть я последнее время как-то репетируюсь, можно так сказать, да, каждое утро я спускаюсь по лестнице, но последние 4 дня я это, кстати, не делаю. Лень взяла верх надо мной. Не успеваю. Вот если честно говорить слово «не успеваю», это просто отмазка для нас. Успеть можно все, если захотеть. Если ты хочешь, ты все успеваешь. А если ты не хочешь, ты ищешь миллион отмазок. Как же вкусно, ребята. Особенно с нашим шарабом. У меня потом в конце видео зубы станут серыми из-за цвета нашего шараба. Но устоять я прям не могу. Давайте вот так сделаем. Ну, в общем, короче, я спустилась вниз, пошла в супермаркет. Все это вам снимала. У меня получился влог. Не знаю, выложу или нет. Но собираюсь послезавтра. Завтра. Ну, посмотрим, как карты лягут, как время будет, сразу смонтирую и выложу для вас. Я в надежде, что дома уже есть свет. Прихожу как ослик с двумя такими баулами просто. Захожу в подъезд, вижу, что нет, лифт не работает. И просто таскать эти пакеты просто не было сил. Я решила посидеть, подождать, пока лифт включат, да?
Точнее, свет включит. Как вы думаете? Пока я ждала, его не включили. Я решила, ну что я теперь до ночи здесь сидеть буду. Вдруг не включат. Смотрю, даже пенсионеры поднимаются. Думаю, я что, хуже, что ли? Даже пенсионеров. Айка поднимает свою попу. И пошли подниматься. Как только я поднялась до 8-го этажа, вся такая потная, вся такая, знаете, как будто с Олимпиады. Я что вижу? В этот же момент свет включили. Закон подлости. И это уже второй раз так происходит со мной. Но в прошлый раз я просто без пакетов была, поэтому подняться для меня было не настолько сложно. А еще я вчера сняла 2 видео. Поэтому вчерашнее видео вышло настолько поздно. Первое видео сняла и пересмотрела его. Оно получилось настолько неинтересным, что я решила его не выкладывать. Вот такие вот дела у нас. Так что, ребят, кто не верит, что видео чудо, это не реклама, зайдите в мой инстаграм, у меня закрытый профиль, правда. И там чек, можете полюбоваться, сколько я потратила. Так что вот так вот. В принципе, вообще на хейтеров терять свое время... Это нецелесообразно. Вот сейчас я рассказываю про какого-то хейтера, который так написал, правильно? Человек, который меня любит, так же писать не будет. Вообще, я могу сказать так. Добрые люди, они видны сразу. Например, я видела девочку, она постоянно пишет, даже девушку, да? Зарема или и кухня, вот какой-то такой ник. Я часто вижу ее комментарии не только под моими видео, но и под видео других блогеров. Вы знаете, ничего негативного я от этого человека не видела. Не то, что в мою сторону, в сторону никого просто. Я сама тоже такой же человек, вот не нравится мне, я не смотрю. Я отношусь ко всему этому без фанатизма. То есть, если мне не нравится блогер, я не буду никогда ничего плохого писать. Господи, как вкусно! Как это вкусно! Это просто... Обалдеть, как вкусно. Прям нежное мясо. Кожуру я просто обожаю. Прям с детства. Обожаю. А еще я очень люблю горлышко. Правда, здесь его нету. Я всегда ругалась с мамой, что мама, горлышко мое, не отдавай никому. А еще мы хотим снять совместное видео с хозяйкой Burger Station. Вы помните, да, мы снимали видео там.
И вот эта хозяйка, она молодая девушка, между прочим. Очень красивая. Активная, умная. Ей что-то около 30. Я думаю, получится очень интересно. Многие в комментариях спрашивают про Айсель. Когда будут видео с Айсель? Я пока что на самом деле не знаю даже. Так как Айсель учится в школе, работает, снимается в сериале. Но она только за, она была очень рада, почитав ваши комментарии, реально очень приятно. И это видео буквально за день набрало 80 тысяч. У меня такого реально, ребят, никогда в жизни не было. Конечно, очень приятно. Я хочу экспериментировать, хочу что-то новое. Как же вкусно! Как же вкусно! Вы меня извините, но я обожаю облизывать пальчики. Может, это не совсем эстетично. Не совсем красиво смотрится со стороны, но так вкуснее. Причем намного. Вообще бабушка всегда рассказывала, что в детстве я всегда предпочитала кушать руками. Мне давали ложку, а я вот так вот все. То есть так быстрее. Это с детства. Я еще, если честно, это абсолютно серьезно говорю, я себя сдерживаю на видео и стараюсь кушать медленнее. Это как мой парень спросил, говорит, я, говорит, смотрю твои мукбанки, и там такие вот чавканье, говорит, а ты, когда с друзьями в каком-то ресторане сидишь, тоже так чавкаешь? Я такая, да нет, ты что? Нет, конечно, я говорю, это супер чувствительный микрофон такой. Потом, когда мы с ним куда-то пошли, я такая сижу. Вот так вот. То есть еле дышу. Хочу наброситься на еду, но не набрасываюсь. Типа, культурная девушка, культурная. Много невест без расходов. Вы бы видели, как ест мой брат. Вот тогда вы бы мне этот памятник поставили, я отвечаю. Вы бы видели это зрелище, господи. Это просто двумя руками вот так вот. Это у нас наследственное. Кому-то по наследству передаются таланты, там, не знаю, кто-то умеет хорошо петь, кто-то классно танцевать, мы умеем кушать. Как у меня мама говорит, если бы, говорит, ты снимала бы видео про косметику, это как-то было бы более интеллектуально. Я бы, говорит, гордилась тобой, всем бы говорила, что у меня дочка снимает видео про косметику, там является экспертом в какой-то области.
А так говорит, когда люди спрашивают, а про что именно снимает Тайка? Мама говорит, ну, ест на камеру. И не все люди это понимают. Вау! Вау, это просто вау! Я считаю, что самое главное не кто что подумает, а заниматься своим любимым делом. Я занимаюсь, я получаю максимальный просто кайф от того, что я делаю. Мукбанки — это прям мое. Давайте вот так вот разделаем. Грудинку я тоже, кстати, очень люблю. Она вот макаем. Кушаем. Макаем. Иметь хороший аппетит — это неплохо. Мне что-то все там пишут в Инстаграме, что это говорит о каких-то болезнях. Я растущий организм, что вы хотите? Вкуснуть еще. В общем, ребята, как-то так. Я наелась, было безумно просто вкусно. Если вы тоже кушаете вместе со мной, то приятного аппетита. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.